Культ, привет! Всем, кто не спит. Друзья, сегодня хочу с вами в очередной раз просто поговорить, но сделать небольшой анонсик. Готовлю очередную статью, потом будет, естественно, видеоролик о том, чем и как заменить вреднейшее для натурального атлета, просто занимающегося человека, классическое кардио. И тот, кто первый угадает, в комментариях пишите, не здесь, сейчас, потом, когда будет стационарное видео на YouTube, пишите в комментариях ваши догадки, какие предположения у вас есть, что именно и чем можно заменить классическое кардио. Причем это будет и улучшение в сторону гармоничного развития человека, и, естественно, вы знаете, уже не раз вам рассказывал, говорил о том, что классическое кардио приносит больше вреда, нежели чем пользы. Конечно, если это не вечерние прогулки перед сном в легком режиме. Так что, друзья, давайте, а это тоже была подсказка сейчас. Вдумайтесь хорошенько, вдумайтесь, подумайте, поразмышляйте, что может быть лучше классического кардио. Мне интересно вступать с вами в диалог, смотреть, как вы мыслите, в каком направлении вы мыслите. И на самом деле это будет полезно и для вас тоже. Не забываем, да, что классическое кардио, если вы не употребляете никакой фармакологии, стероидов, гормонов роста, оно больше пережигает мышечные ткани, нежели жировой. Что нам с вами просто катастрофически, потому что чем больше в организме мышечной массы относительно жировой, тем больше калорий тратится, потому что вы знаете, что мышцы даже в состоянии покоя требуют определенного энергетического потенциала и, естественно, потребляют калории, что хорошо, полезно сказывается в нашем внешнем виде с эстетической точки зрения. Смотрите ролики, которые были о приседаниях, и почитайте последние 4 статьи. Они очень-очень важны, очень интересны на моем сайте hmgym.ru. Совершенно бесплатно, естественно. Не забывайте покупать мою книжку «Ступени натурального бодибилдинга» или «Фак фитнес». Это сделать очень просто. Стоит она всего 8 баксов. Но та информация, которая в ней есть, она крайне важна и для вас, как для тренирующегося человека, и для человека, который хочет быть инструктором, который является инструктором. Хотя бы просто для того, чтобы ознакомиться с ней, посмотреть на иную точку зрения, подумать над этим, поразмышлять. Потому что, в очередной раз повторяю, размышлять это очень и очень полезно. Наберите в гугле название книги, и выйдут полезные ссылки, где вы можете спокойно приобрести книгу. Как, кстати, в печатном, так и в электронном варианте. Электронный вариант стоит 8 долларов, повторюсь. Про закрытую группу в очередной раз. В закрытой группе уже почти 170 человек. Люди очень довольны. Я тоже остаюсь довольным этим, потому что, несмотря на то, что на самом деле вступление в группу символическое, 250 долларов, да, не спешите хаять меня, кричать, что это огромные деньги, вы один раз заплатив 250 долларов, получаете пожизненное членство и получаете на каждую новую неделю, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год план тренировок. Как для девушек отдельно, так и для парней отдельно.
План тренинга по принципу периодизации, основанный на различном типе мышечного волокна. И мы все типы мышечных волокон прокачиваем с вами, как на массу, так на силу, так и на выносливость. Почему нету на рельеф, спросите вы? Если вы задаетесь таким вопросом, то значит вы очень плохо читаете мои статьи, смотрите мои видеоролики, либо вы просто впервые видите то, о чем я говорю. Потому что кто уже давно с нами, тот знает, что на рельеф можно только грамотно питаться. Если вам кто-то говорит, что та или иная тренировка жиросжигающая, это чушь, друзья. На самом деле, да, можно за счет тренинга потратить больше калорий, но определяющим будет то количество калорий, которое вы потребляете в течение суток. И, естественно, нужно на все это смотреть через призму инсулина. Особенно не кушать перед сном, что советует вам большинство псевдоинструкторов. Потому что если вы покушаете перед сном, не будет выбрасываться никаких гормонов, а конкретно гормона роста. Гормон роста, когда мы засыпаем, как раз таки отвечает за жиросжигание и за набор мышечной массы. И если вы его питанием подавляете, естественно, ничего этого в вашем организме не происходит. Не стоит переживать по поводу того, что мышцы якобы, когда вы спите, не получают питания. Это неправда, потому что после засыпания организм переключается на совершенно другой режим потребления и обеспечения себя энергией. Об этом переживать не нужно. А вот переживать о том, что вы кушаете вечером, кушаете ли вы перед сном, вот об этом стоит задумываться. Также напомню, что не стоит кушать быстрые углеводы сразу после того, как вы проснулись. Первый прием пищи лучше всего должен быть из белков, желательно яичных, и медленных углеводов. Я люблю, и часто вам об этом говорю, завтракать овсяной кашей с творогом 50 на 50. Мне нравится вкус, мне нравится, как это усваивается, и мне нравятся мои ощущения после этого в течение дня, что очень и очень важно. Итак, друзья, о классическом кардио и о том, чем его можно заменить. Действительно, удивляюсь, почему никто никогда об этом раньше не говорил и не задумывался, что тоже очень важно. И поверьте, вы будете удивлены, насколько интересным будет эта замена. Ни я, ни мои ученики не делаем классическое кардио, кроме как для того, чтобы размяться перед тренировкой или сделать заминку. И то я никогда, и мои ученики не бегаем по полотну беговой дорожки, это с гарантией приведет вас к проблемам с коленями. Лучше все же, если это будет эллипсоид, велотренажер, а в идеале, если это будет гребной тренажер. Гребной тренажер лучший вариант для кардио, любого кардио. Особенно, если вы будете делать отдельным днем кардиоработу, как я вам рекомендую, интервальное кардио. Единственный тренажер, который совмещает в себе два вида противоположной нагрузки, аэробный и анаэробный. Больше такого тренажера нет. А посмотрите в ваши залы, есть ли у вас грибные тренажеры. Вот единственная польза от кроссфита, что сейчас в больших фитнес-центрах, кто размещает у себя кроссфит-зону, есть концепты, грибные тренажеры. Одни из лучших, кстати. Очень легкие, очень доступные, удобные в обращении. Но, насколько я знаю, во всех залах кроссфит-зона – это отдельная зона, требующая отдельного инструктора, покупки определенного абонемента. Наверняка в вашем зале тоже точно так же.
Ну что, друзья, не буду вас долго сегодня грузить. Жду от вас ваших размышлений, ваших догадок. Чем же я предложу вам заменить классическое кардио, которое будет и полезнее в плане гармоничного развития, в плане сохранения улучшения здоровья, в плане жиросжигания, в плане удовольствия. А тот, кто первый грамотно, правильно ответит, получит, как всегда, доступ в мою закрытую группу совершенно бесплатно и пополнит ряды счастливчиков, которые уже в ней находятся. Так что, друзья, до следующего раза. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Сохраняйте спокойствие, сохраняйте позитивный заряд. Негатив не должен вас касаться, должен от вас отлетать, как дождь от стекла. Всем пока! Давайте двигаться вместе, развиваться вместе и двигать в массы правильные идеи, правильные теории и, соответственно, рабочую практику. Так как практика – это наше все. Теория без практики, друзья, это гниющий труп. Друзья, не пропустите, я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-среднячка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше, чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу. Но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек. Нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока! Сухой мышечной массы и силы без травм.